Всем привет! Сегодня мы в Кемере, в отеле NG Fazelis Bay. Это отель высокого уровня с первоклассным сервисом. Отель практически новый, он строился в 2021 году. Имеет небольшую площадь, 70 тысяч квадратных метров и уникальный дизайн. Уже с ресепшена ощущение, будто ты попадаешь в такой зеленый город, очень уютный, ухоженный. Гостей на входе встречают угощения, очень вкусные макарунцы и конфеты, есть также игристое вино. В холле отеля есть улица магазинов, так что здесь есть чем заняться вечерами. Мы смотрим категорию номера Deluxe, эти номера расположены в основном здании. Для гостей пляжные сумочки в подарок, они тоже очень такого природного стиля. Красивое белье на кровати, интерьер отеля очень приятный. И также в номерах достаточно большой балкон и есть такое дополнительное место, как диванчик. Вид на территорию отеля, виден бассейн, горы, в ванной косметика очень хороших брендов, есть все необходимое, с собой можно никакие ни баночки, ни бутылочки не брать. Также все пополняется в течение отдыха. И тут как раз удобство и душевая. Следующая категория номера подходит для больших семей. Это тематический семейный номер. Очень большая главная комната и прям-таки уникальная детская. Номера оформлены в разных стилях. Площадь такого номера 80 квадратных метров, и здесь действительно отдыхать очень комфортно. Для детей тут предусмотрена полноценная детская комната. Мне кажется, ни один ребенок не останется равнодушным к такой. А также детские наборы косметики. Нам не очень повезло с погодой, но отель действительно прекрасный. Вид, атмосфера прямо-таки завораживают. А теперь пойдем посмотрим территорию. За главным зданием находятся дополнительные корпуса. Номера там оснащены абсолютно так же, просто они чуть меньшей площадью. И прямо по курсу комплекс вилл. Теперь выходим на основную территорию. Здесь различные рестораны, бары. И тут же находится пляж. Пойдем посмотрим территорию отеля сверху со смотровой площадки. Это одно из самых красивых мест в отеле, увидеть такое должен каждый. Панорама тут просто волшебная. Мы поднимаемся все выше и выше. Отсюда как раз видны два пляжа отеля. Один основной и второй дополнительный пляж, более уединенный. Шум моря. Дорогие друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал, ставить лайки и писать комментарии, как вам отель. Может быть, вы уже отдыхали или планируете свой отдых. Нам будет очень интересно. И теперь пройдем вдоль пляжной линии отеля. Пляж здесь галечный. Есть галька более крупная, есть более мелкая. Местами насыпан песок, но все равно в море его со временем смывает. Вдоль моря сделан променад, где приятно прогуляться. Слева как раз здание отеля и там же основной бассейн. Сейчас поближе посмотрим пляж, чтобы было видно, какая именно там галька. И местами есть плиты. Их немного, но да, они присутствуют. А теперь посмотрим поближе мини-клуб. Здесь большой натяжной тент, чтобы дети в жару могли играть не под солнцем. И внутри очень все комфортно устроено. Современный интерьер, есть классная горка, есть место, где можно побеситься. Тут работают аниматоры, есть детская комната для сна для совсем маленьких малышей. Достаточное количество игрушек, все очень чисто. Здесь проводятся занятия с детишками. И, конечно же, в мини-клубе есть своя столовая. Она оформлена полностью для детей. Есть перекусы, сервируются также и горячие блюда.